В пятницу станут известны имена лучших огнеборцев в Коми. В этом году региональный конкурс профмастерства впервые сменил сыктывкарскую прописку. Соревнования принимают удары. Почему, выяснил Евгений Ракин. Звено ГДЗ включилось в аппараты, соединяет рабочую рукавную линию и заходит в теплодымокамеру для ликвидации условного пожара. Задача группы – обнаружить и ликвидировать очаг возгорания, затем подняться на второй этаж и спасти пострадавшего. Впрочем, показать лучшее время не так-то просто. Экипировка весит десятки килограммов. Внутри лабиринты, узкие лазы и люки. А дым и световспышки максимально приближают условия к реальным. Выдержав испытания, огнеборцы бегут дальше. Ведь нужно еще потушить огонь. Кстати, зона пожара – вот этот металлический шкаф. Как только пенный столб поднимается вверх, задание выполнено. Этапы все сложные. Поэтому, в принципе, хорошо, настроение хорошее. Как участники сильные? Участники, ну, по сравнению с прошлым годом подготовились сильнее. Тяжелее бегать стало, время меньше стало. Такие соревнования за пределами столицы проводятся впервые. В прошлом году удачане одержали победу в трех номинациях. Поэтому спортивный праздник решили провести именно здесь. Хозяева хорошо подготовились. Собственными руками оборудовали 100-метровую полосу с препятствиями, построили учебную башню с дорожкой и предохранительной подушкой. Особенно следует отметить это теплодымокамеру, которая не уступает по своим характеристикам заводским. Все элементы теплодымокамеры выполнены с таким расчетом, чтобы тренировать не только физическое, но и психологическое качество пожарного. Между тем, новый тренировочный комплекс в Усогорске не последний. Такие установят и в других сельских районах. Организаторы уже подумывают, где провести следующий конкурс. В дальнейшем эта база останется, ребята будут тренироваться, развиваться. А мы на будущий год перейдем, например, в Сыктывдин. Такую же базу будем строить в Сыктывдине. И так дальше по всем муниципальным образованиям будем ездить. До конца года огнеборцы республики намерены открыть в Удорском районе еще два дополнительных поста. Они будут защищать от пожаров жителей Глотова и Чернутьева. Евгений Ракин, Иван Селиванов, телеканал «Юрган», Удорский район.